Безопасность на высоте 7 метров. На железнодорожной станции Билимбай открыли новый пешеходный мост с пандусами, лифтами и видеонаблюдением. О впечатлениях местных жителей расскажет Дмитрий Коньков. Расстояние между поселками Билимбай и Доломитовый менее километра, но беспрепятственно преодолеть этот путь жители не могут. Мешают стоящие на железнодорожных путях поезда. Раньше одни люди шли в обход, другие лазали под вагонами. Зачастую это приводило к трагедии. Вот только за мое время, вот я 25 лет живу в Билимбае, я живу здесь уже до станции, просто, вы знаете, глаза разбегаются, сколько травм здесь получают люди. Сегодня переход через железнодорожные пути стал безопасен. Временно исполняющий полномочия главы города Игорь Кобец вместе с представителями Свердловской железной дороги открыл движение по новому пешеходному мосту над железной дорогой. В 2016 году необходимые средства для строительства нового моста выделили российские железные дороги. Цена вопроса 75 миллионов рублей. Значит, строительство началось в декабре 2016 года, строила корпорация «Аэроиндустрия». Длина сооружения 132 метра. Чтобы подняться на 7-метровую высоту, надо преодолеть 72 ступени. Здесь же поставили видеокамеры. Под составами ползали, а сейчас мы хоть ходим, как люди. Приятно проходить сейчас. Вот прошел, я спросил там, где проходить, хотел под вагоны. А говорит, можно ходить уже по мосту. Ждали долго, конечно, этот мост. Общее население поселков Билимбай и Доломитовый – более 7 тысяч человек. По словам временно исполняющего полномочия главы города Игоря Кобца, мост, соединивший Билимбай и Доломитовый, уникален. Оборудован в том числе и лифтовыми устройствами для маломобильных групп населения. Это единственный такой мост в Свердловской области. За несколько первых часов работы по нему прошли около 100 человек. 1 сентября рядом с мостом будут закончены работы по благоустройству территории. Дмитрий Коньков, Дамир Харисов. Новости Первоуральск.